когда-то люди почему-то хотели вкладывать в свои интерьеры, в мебель, в архитектуру какие-то вот свои культурные коды. Потом это все как-то стерлось и почему-то стало не модно. И у нас в Артеле мы хотим эту тему продвигать, возрождать и интерпретировать вот это наследие наших народов, нашей многонациональной страны. Мы хотим это интерпретировать в современных вещах, практичных, качественных, долговечных, которые именно будут не как музейный экспонат где-то ставить на полочке, а именно люди пользуются столами, стульями и предметами мебели. И помимо того, что мы стремимся к тому, чтобы русский стиль мебели и архитектуры как-то возрождался и продолжал свою жизнь, мы доносим и много находим единомышленников в том, чтобы в принципе все народы нашей многонациональной страны как-то интерпретировали свое наследие в современном мире и давали продолжение жизни вот этим наслоениям, которые наши предки наработали. Здорово будет, если мы будем ездить по городам и видеть архитектуру, какие-то аксессуары, там, в ландшафте какие-то моменты, которые будут отражать какой-то культурный код того народа, который населяет эту территорию. Но это же классно. Мы будем ездить, ну, и этим пропитываться, и будет еще больше культурного обмена, и будет, в принципе, интересное пространство. Поэтому тема нам это очень близка, интересна, и здорово, что мы находим много единомышленников в этой связи.